Далее смотрите оперативную сводку от службы 112 по Амурскому району за прошедшую неделю. Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 21 по 27 сентября 2015 года. Происшествие. В 16 часов 22 сентября двое жителей села Вознесенска заблудились в лесу при сборе грибов. Найдены в 11 часов 23 сентября силами администрации Вознесенского сельского поселения в районе моста через реку Бур. В 16 часов 58 минут 25 сентября в районе городского кладбища во время сбора грибов потерялся мужчина. В результате проведения поисковых работ найден спасателями в 17 часов 36 минут 25 сентября. Пожары в поселениях. В 0 часов 43 минуты 22 сентября в поселке Ильбан по улице Молодежная 6 горел сарай из бруса с сеном на площади 35 квадратных метров. В 17 часов 3 минуты 22 сентября в поселке Ильбан 2 микрорайон произошло загорание деревянной хозяйственной постройки и пиломатериала на общей площади 14 квадратных метров. В 6 часов 39 минут 23 сентября в городе Амурске по проспекту Октябрьский 7Б произошло загорание мусора на балконе нежилой квартиры на площади 2 квадратных метра. В поселениях района произошло пожаров и загораний 10 из них, в городе Амурске 8, в поселке Ильбан 2. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.